И вы теперь не просто дети, которые, и ребята, которые что-то знали о родной природе, как бы знали в общих чертах, что надо что-то беречь, что-то сохранять. Вы теперь воочию это все увидели, услышали. Поэтому для того, чтобы закрепить, в общем, на самом деле, можно вас полноценно и с полным правом назвать хранителями морей. Мы вправе гордиться, и вы, и я, и все, кто представляет Россию, потому что мы первые в космосе. Друзья мои, у нас сегодня речь о Балтийском море, так как река Нарва или Нарова, как вот ее называют, она впадает в Балтику. А вообще в Балтику впадает огромное количество рек. Получаем от них продукты определенные, икра и молоко. Дальше закладываем икру на инкубацию, инкубационный цех у нас вон там находится. После того, как вылупляется личиночка, мы рассаживаем в этих бассейн. И год выращиваем. Выращиваем до навески 20 грамм. То есть полный цикл выращивания. Через год, когда наступает определенный момент, мы начинаем ее выпускать в реку Нева. Этот момент называется выпуски у нас. Что мы сегодня с вами сделаем? Выпуск у нас происходит с 1 апреля по 30 мая. Это тот период, когда мы должны выпустить. Вот наши рыбоводы, Жанна Николаевна, это, честно, очень тяжелый труд. То есть отловить. То есть они, в принципе, к этой рыбе относятся как к детям, потому что полтора года они ее выращивают. Когда вы сегодня будете выпускать рыбку, сами можете загадать желание, каждой рыбке присвоить какое-то имя,